движение детей. Дети подходят к переходу, где он должен существовать, и у них рождается дилемма. Перейти или подождать, или пропустить машину, которая несет со скоростью 80 километров. Здесь скорость, как говорится, вот смотрите, оп. А почему ребенок стоит, а вдруг хорошо его ведет бабушка или мама, как говорится. А так он может соскользнуть и попасть под колеса. Вот посмотрите, сейчас движение, начинается интенсивное движение. Через 10 минут здесь будет МКАД. Надо вызывать еще сотрудников ГАИ, чтобы фиксировать сразу, как говорится, с радаром скорость, какая здесь получается скорость. Самое удобное переходить в школу. Вот они сейчас будут, здесь автомобилисты думают, как разъехаться между собой, чтобы не потаранить. Хотя здесь знака остановка. Знак остановка отсутствует. Почему детям нельзя поставить знак пешеход? А водители ГИБДД куда смотрят? Вот подъехали, 60 протоколов, бюджет государства пополняется нарушением в 2 секунды. Неудобно? Осторожно, смотрите. Оп, пришел. А вот девчонки идут, говорят, они у вас посмелее, понадежнее, все-таки наше будущее. Вот, перешли, хорошо. На этом участке от Волжской до набережной ни одного отсутствует, ни один знак, который предупреждает, что здесь находятся дети. Хорошо, знаки нельзя поставить. А господину Соловьеву можно приехать со своими административными работниками и сбить вот эти бугры? Или здесь идет школа с препятствиями, получается? Чтобы дойти до школы, остается 200 метров. Но перед этим участком надо прыгнуть с трамплина, не попасть под колеса и подняться опять в гору. Довольно-таки высокое расстояние. Вот, пожалуйста, малыш удачно перешел дорогу. Слава Богу. Вот, пожалуйста, как вам удобно здесь переходить? Нет уж, конечно. Нет, почему? Нет, вы спустились. Прямо вот, а вы говорите, неудобно. Мне прям понравилось. Вот так аккуратно перешли. Мы же привыкли. Оп, на лыжах спустился, поднялся в гору и в школе. Ну, в школе и в садик вот мы ходим тоже. Тоже ходите в садик? Конечно. И тоже неудобно, да? Конечно, неудобно. А я думал, в садик таких водить удобнее, чем уже вот таких большеньких. А большенькие тоже за них страшно, особенно первоклашки. А почему страшно? Да потому что дорога плохая, машина. А вдруг он подскользнется, да? Конечно. А подскользнется куда? Под машину, да? О, подъехала машина еще одна, как говорится. Угу. А вот вторая едет, думает, как ее теперь объехать? Шагай. Слава Богу, пропустили. Вот они пошли в штаны. Вот смотрите. Заснимайте вот этот момент самый, который интересный. Вот. Раз сбежал, два машины. А вот машину поставили. Детский что? Садик, мы каждый день маленьких деток выводим. Да вы что? А я думал, в садик это хорошо. Не, вводим хорошо. Но то, что мы не можем даже припарковаться рядышком, и детки у нас по колее по этой ходят. А вот здесь вы спуститься можете? Давайте. Не можем, нельзя спуститься. Почему? На ту неделю здесь упала. Вы упали? Я упала, иду на работу здесь сюда, из садик. Вот, центр семьи, я работаю. Я здесь упала. А в трампунг не обращались? Нет, не обращались. Зря, я бы обратился. Я вот что-то как-то стараюсь перепрыгивать. Ну, вообще, конечно, это ужасно. Ужасно. А администрация... Дети в школу вот. Идут. Ни одна машина детям не притормозит. Вот, разъедутся ли их? Вот, номер, как ездить, проехал, да? Вот. Дети стоят, ждут. А дети идут в школу, пытаются тоже получить образование, да? Здесь не центральная дорога. Но тут опасная зона, тут машина за машиной. Опасная зона. А вы из каких соображений вы взяли вот это? Опасную зону? Да. Из-за того, что тут машина за машиной. Ага, а знаков нет никаких? Никаких. Знаки ограничения, знак пешеход... Зебра отсутствует. Поставить знак ограничения. Осторожно, дети идут в школу. Мы не просим это для что-то для себя личного. Мы просим для детей. Но вопрос детства остается у нас без внимания.